Я Соня Уткина, я рисую с детства. И почему я вообще занимаюсь тем, что я рисую русские дома? Мои родители купили дом в Тверской области себе и еще несколько домов. И началось все с того, что мы открыли подпол и начали просто клады такие находить, там сундуки расписанные. И вот это все, такие сокровища, меня настолько поразило, да, что вот это неизвестные художники, и что вот сам предмет, он очень крутой. И я, во-первых, я начала расписывать свой дом. Это первое, что я начала делать. Потом мы с семьей, у меня трое детей, мы катаемся просто по округе и фотографируем все эти старые дома, потому что я не могу пройти мимо ни одного дома. Это потрясающе, особенно меня поражают вот старые, разрушенные вот эти огромные зернохранилища. Для меня любой новый материал, такое вдохновение, я переношу. Ну вот я вижу тарелку там, я понимаю, что я хочу на ней нарисовать. Вот это, там, например, осенняя серия. В этом году я ездила вокруг Суздаля. Там были вот эти вот желтые поля с синими небесами, да, поэтому у меня тут вот желтые поля, черные вот эти дома. И орнаментальная серия, я вот только ее начала. Я думаю, что я продолжу. Это по... Ну вот черные орнаменты, это по следам русских вышивок, которые, ну, такие были свадебные, делали полотнища красивые. И вообще мне хочется развить вот это, то, что на ткани делали русские, вот эти простые люди. Я просто ищу в интернете вот такие маленькие лоскутки с каким-то орнаментом. Я беру его и увеличиваю там на тарелку. Мне кажется, это очень здорово, да? Вот, ну это, наверное, вкратце. Мне вдохновляет вот это вот такое простое, ну, такое простое творчество.